Основная цель – привлечь внимание общественности к проблемам распространения наркомании. Акция будет проходить во всех городах и районах края. Участие в ней может принять каждый житель. Для приема оперативной информации выделены специальные телефонные номера, работающие в режиме горячих линий. Наркополиция Сочи просит граждан, располагающие любой информацией о распространителях наркотиков и местах их хранения, наркопритонах, а также о фактах пропаганды наркотических веществ, сообщать об этом по указанным телефонам и адресам.